Всем привет! Показываю свои покупки в компании Faberlic по каталогу номер 2. Заказала я по акции два средства для дома. Первое — это гель очищающий для туалета. Он очень жидкий, неэкономичный, но не имеет резкого запаха, поэтому покупаю уже повторно. И вдогонку, потому что там была акция при покупке двух средств, цена у них была 139 рублей, я взяла еще чистящее универсальное для ванной комнаты средство. Он еще не пользуется, насчет него ничего сказать не могу. Дальше, мыло для кухни с ароматом кофе покупала уже раз 5, действительно устраняет запахи, покупаю и маме, и себе, очень нравится. Объем 300 мл, стоит 89 рублей. Взяла также на пробу мыло для крем, крем-мыло для рук питательное, здесь объем 200 мл, приятно пахнет, руки не сушит, но дороговато. Я уж так попробовала. Дальше, активный крем-гель антиакне. Что он там обещает? Бороться с воспалениями, неровным рельефом и все такое. На самом деле это никак не крем, ой, не гель, это именно крем, причем, ну, довольно-таки плотненький. Пока ничего не заметила, но воспалений у меня активных нет, поэтому проверить не могу. Насчет рельефа, ну, пока ничего не выровнял, но я пользуюсь им, ну, недельку максимум. Дальше, бальзам для рук, интенсивное питание, моя любовь, уже показывала в пустых банках, хорошо питает, увлажняет, быстро впитывается, не оставляет пленки, стоит 69 рублей, по-моему, бонусом за покупки шел шикарный. Дальше, взяла себе вот такой вот матирующий BB-крем кислородный баланс, на него была спеццена 359 рублей, у меня подруга любит другой, там еще есть обычный. Ну, не матирующий, взяла на пробу, имеет гелевую консистенцию, действительно матирует, толком ничего не скрывает, но мне это сейчас и не нужно, пока понравился. Дальше, там была внутренняя распродажа, взяла на пробу вот такую кашку мультизлаковую с черникой, посмотрим. До этого я у них тоже какую-то уже брала, не то гречневую, не то что, она не понравилась, невкусная, но они якобы полезные, а что полезно, не всегда вкусно. Вот, активная крем-маска для лица 2 в 1 тоже была, по-моему, на распродаже. Она такая белая, плотная. Ну, даже вон как туго выдавливается. По действию действительно матирует, очищает. Больше пока ничего сказать не могу, но она это обещает, она это делает. Насчет глубокого очищения не скажу, пользовалась один раз. И вот такую маску. Так, сейчас покажу упаковку. Очищающая маска для лица, кислородный баланс. Она тоже, так же как и эта, имеет такую белую плотную консистенцию. Вот она мне очень сильно напомнила маску от Yves Rocher с белой глины. У них, кстати, в составе каолин у обеих. И, скорее всего, это именно белая глина у них в составе. По баллам я взяла, во-первых, вот этот шампунь Black Detox, он, по-моему, у меня в пустых банках был уже, у мужа закончился, он ему очень нравится, и я тоже периодически им пользуюсь, за 25 баллов очень даже неплохо, взяла повторно, уже, наверное, раз 5 покупала. Взяла три таких мыла, первое лимонное Монпасье, это тоже повторная покупка, здесь 300 мл, как и в них всех, пахнет леденцами такими, карамельками лимонными. Мятный шоколад — это уже крем-мыло для рук, тоже очень приятно пахнет, руки не сушит. И моя любовь, самое вкусное — это ванильное лакомство, очень сильно аромат напоминает гель фа греческий йогурт, по-моему, вот для меня они не сильно отличаются. Тоже руки не сушит, стоит доступно, но я вообще всегда их по баллам беру, мне очень нравится. Вот и все мои покупки в компании Faberlic, спасибо за просмотр.